Друзья, в скором будущем, а именно 1 августа, в нашем городе откроется новый парк. Расположился он в квадрате улиц Аблайхана, Курмангазы, Панфилова, Шевченко. Думаю, парк назовут в честь имени Дениса Тена. Паспорт объекта. Можно почитать, что будет. Ведутся последние подготовительные работы. Красота. Ребята продолжают еще готовить парк к открытию. Здесь еще не вывезли материалы остаточные. Вот такую футбольную площадку сделали замечательную, с рисунком. Красота просто. Голуби уже съедают будущий газон. Там вдалеке теннисные столы. Сейчас подойдем поближе. Такие теннисные столы классные. Живи со спортом. Их тут много. Такие. Класс. Красота. Даже будет питьевой фонтанчик. Везде в газоне спрятана система полива. Вот она проходит внутри вот здесь. Березочки высадили. Газон уже подрос. Баскетбольная площадка замечательная. Все еще готовится. Покрытие шикарное. Прям мне очень нравится. Вот такая площадка. Фонари красивые. Лавочки для трех пар. Детки уже на асфальте нарисовали какие-то тексты. Вот такие пышные, необычные виды растений. Очень напоминает пшеницу. Различные растения, кустарники. Думаю, скоро на этой подстанции появятся свои муралы. Какой-то таинственный камень. Пока на нем ничего нет, но думаю, скоро граждане города что-то на нем добавят. Велосипедная дорожка соседствует с отдыхающими. Вот такая площадка. Долго этот парк был заброшенный, вот наконец-то в этом году за него взялись. И говорят, что 1 августа будет открытие. Вековые деревья. Вот такой скейт-парк у нас появился, бетонный, новый. Это еще все закрыто, но скоро здесь будут кататься детки. Скейт-парк доделывают. Еще краска вот не просохла. Ребята постарались, подготовили все. Красиво очень. А разумеется, в этом парке построили и площадку для собак. Сейчас мы на нее посмотрим. Вот это замечательное место. Заходим вовнутрь и видим, где ваши питомцы смогут проводить время в игре и развитии. Все огорожено. Собаки будут чувствовать себя безопасно от прохожих, а прохожие будут чувствовать себя безопасно от собак. Покрытие в данном парке оставляет желать лучшего для ног мелких собак. Очень жаль, что нет разделителя для больших и малых пород. А также нет накопителя. Такая замечательная детская площадка. Родители детей играют. Мягкое прорезиненное покрытие, чтобы детки и их коленки были в безопасности. Вот такая детская развлекаловка. Такой вариант. Есть и такой объект в данном парке. Надеюсь, он будет исправно и долго функционировать. Карусель. Какие-то сетка натянута для деток лазить. Тренажерные всякие штуковины. К вечеру начинают подтягиваться дети. Детки пробуют новую трассу. Что называется, приходят ее самокатами. Так, детки уже приходуют новую трассу. Спасибо, говорят создателям. Построили скейт-парк, я очень рад, рядом с домом.